чуть-чуть ладонь, жаркую эту ночь, то ты попробуй шагни в огонь, если дом ожидает дождь. У людей этой героической профессии нет выходных дней. И в профессиональный праздник многие из них продолжают находиться на дежурстве. Они охраняют наше спокойствие, готовы в любую секунду выехать на чрезвычайное происшествие. За этот год щелковские пожарные потушили более 670 возгораний, 4 из которых были повышенной сложности. На них были спасены более 30 человек, более 600 эвакуированы из горящих помещений. Щелковские спасатели и пожарные собрались на свой профессиональный праздник, который отмечается в конце декабря, в актовом зале пожарного гарнизона. Он объединяет в своих рядах сотрудников территориального управления номер 5 Мособлпошспас и 37-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по Московской области. В МЧС приходят сотрудники, те, которые действительно неравнодушна судьба другого человека. В различных сложнейших ситуациях вы действительно самыми первыми приходите на помощь. Низкий поклон вам за вашу работу. Честь вам и хвала. Да храни вас Бог. На праздник приехало много гостей. Это люди, которые знают, что спасатели и пожарные занимаются великим делом, стараясь не допустить гибели людей, не дать омрачить наше настоящее и будущее любым несчастьем. В преддверии Нового года я хотел бы, чтобы у них все заветные желания сбылись. Ну и, конечно же, спасатель что желает? Чтобы после любого выхода, боевого или простого, чтобы они возвращались живыми домой. На празднике за успехи в службе более 40 сотрудников МЧС были награждены грамотами, благодарственными письмами, памятными медалями и почетными знаками. Андрей Цеханович, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.